الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Братья и сестры, наш план на сегодняшний день — это продолжение того ежедневного проекта, который мы начали некоторое время назад и продолжаем до сих пор. Это план на каждый день. Мы совершаем разные хорошие поступки, о которых упоминал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и о которых говорится в Коране, и к ним призывает шариат. Наше сегодняшнее дело — это то дело, которое, по идее, должно совершаться в течение всего года. Это сунна, если человек его не будет пропускать даже один день. Однако мы будем придерживаться его как минимум сегодня, а потом соизволение Всевышнего Аллаха продолжим. В намазе есть такбиры. Первый такбир в намазе — это рукн. Он называется такбиратуль ихрам. И если ты его не сделаешь, намаз будет недействительным. Но иногда человек делает его поздно. То есть он делает его, когда имам уже сделал пол намаза. Имам находится на втором или третьем ракате. Имам в поясном поклоне. И ты не сделал вступительный такбир вместе с имамом. Если ты успеешь на такбиратуль ихрам с имамом, у тебя будет великая награда от Всевышнего Аллаха. О некоторых таких наградах пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Кто будет заставать первый такбир с имамом в течение 40 дней, или кто будет делать намаз в течение 40 дней, заставая первый такбир вместе с имамом, 40 дней, утренний, обеденный, послеобеденный, вечерний, ночной намаз. И так 40 дней. Присутствовать в момент первого такбира имама и делать такбир вместе с ним. Какую награду ты получишь от Всевышнего Аллаха?» Он сказал: «Такого человека Аллах избавит от двух вещей. Первое избавление – от огня. У тебя будет словно расписка о том, что огонь тебя не коснется. Второе избавление – от лицемерия. У тебя будет свидетельство от Всевышнего Аллаха, что ты не лицемер. И также избавление от огня». Только представь себе это. 40-дневный период. В наше время люди поступают на некоторые семинары. Это может быть тяжелый военный, армейский или полицейский семинар. Некоторые семинары длятся 3 месяца, другие 6 месяцев. А иногда человек уезжает на эти семинары за границу на несколько лет и не появляется в своей стране. И все это ради диплома, правильно? Что даст этот диплом? Небольшую прибавку к зарплате, шанс найти хорошую работу и занять высокое положение в обществе. И все. Не более того. И вообще все это может произойти, а может и нет. Хорошо. А как ты отнесешься к свидетельству, которое ты получишь всего через 40 дней? Дело несложное. 40 дней, и ты получаешь сразу 2 свидетельства. Или 2 диплома, а не один. 2 удостоверения. В первом говорится о спасении от огня. А во втором – о спасении от лицемерия. 2 свидетельства, которые ты получишь, как? Ты не будешь платить деньги. В этом также нет ничего-либо сложного или тяжелого. Ты делаешь и делаешь намаз. Маша Аллах, ты соблюдаешь исполнение всех намазов. Я думаю, что ты делаешь намаз только в домах Аллаха. Ты делаешь намаз только в мечети. Однако большинство людей сегодня пропускает первый такбир. Если не фаджр, то на зухр. Если не зухр, так на аср. Если на один намаз он пришел к началу, то на второй намаз он уже опоздал. Давайте признаемся в этом. Так происходит из-за слабости нашей веры, из-за нашей увлеченности этой жизнью. Однако, если сегодня ты решишься, посмотри, сколько сейчас времени до завтрашнего дня, сделать 5 намазов. С этого часа и до того же часа завтра. Там получится 5. 5 намазов. Можешь ли ты сегодня прийти на все 5 намазов так, чтобы застать вступительный такбир вместе с имамом? Можешь или нет? В основе, когда человек услышит азан, он должен идти в мечеть. В основе человек должен сидеть между азаном и икаматом в мечети, делая дуа Аллаху, читая Коран. В основе есть ракаты сунны, которые человек делает до обязательного намаза. Если бы они знали, что находится между ними обоими, то есть между азаном и первым рядом молящихся, то, как говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, они пришли бы туда даже ползком.
Человек полз бы, но пришел бы. Я не говорю тебе прийти сразу же после азана. Как минимум приди на такбиратуль-ихрам. Некоторые люди, клянусь Аллахом, несчастны. Раздается икамат, и они находятся на территории мечети или делают дополнительные намазы в какой-нибудь дальней части мечети, или сидят где-то сзади. Икамат уже был, однако он сидит, разговаривает, общается, что-то делает. Когда же имам произносит такбиратуль-ихрам, только после этого он входит в намаз и теряет свою награду. Начни сегодня. Постарайся на 5 намазов застать такбиратуль-ихрам и не опаздывай. Соизволение Аллаха, если ты начнешь с сегодняшнего дня, ты продолжишь так делать и завтра. Итак, наш проект на сегодня – это проект первого такбира в намазе. 5 намазов в мечети джаматом, вместе с имамом. Мы встретимся с вами, иншаллах, в следующей серии. Я обверяю вас Аллаху. Мир вам, милость Аллаха и его благословение.